Сегодня все социальные учреждения республики под ведомством Минтруда работают в новом режиме. Вот что об этом нам рассказала министр труда и соцзащиты Чувашской республики Алена Елизарова. Во всех центрах социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних отменены массовые мероприятия и групповые занятия. Сотрудники организации социального обслуживания населения работают в дистанционном режиме. Они консультируют граждан, оказывают социально-психологическую и юридическую помощь по телефонам горячей линии. Особое внимание сегодня уделяется одиноким пожилым людям, которые нуждаются в уходе и в поддержке. Социальные работники сегодня доставляют на дом продукты питания и все необходимые лекарства. Они также помогают решить им бытовые вопросы и проводят активную работу по информированию всех граждан о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Также отметим, что изменился режим работы отделов социальной защиты населения. Встать на учет в качестве малого имущего, либо обратиться за новой мерой социальной поддержки, то заявление соответствующее можно подать через единый портал государственных услуг Чувашской Республики, либо в письменном виде посредством почтовой связи.